Андрей, доброе утро, добрый день. Очень хорошая работа, очень хороший кадр. Все правильно сделали. Само по себе просто это лицо было бы неинтересно. А вот в контексте городской среды очень даже классно вписывается. Но и есть ощущение, во-первых, что не было доскональной работы с цветом. И пусть цвет вот тут интенсивный, он так хорошо берет на себя, но все равно очень контрастным, самым светлым получается это и довольно геометричным получается зад автомобиля, да. Потом правый край у нас слишком свободный. Что тут можно сделать? Я сейчас покажу, как бы я это скомпоновал и в какой подаче можно это сделать, как можно усилить кадр. Ну, во-первых, я бы сразу этот кадр довел до формата квадрата. Вот такой вот формат выбрал бы, оставив даже вот этот край не нужно вот настолько. Да, вот можно вот так вот кадрировать. Кто-то скажет, вот правило третье работает. Но я сразу отговариваю от того, чтобы ориентироваться только на это правило. Надо делать так, как картина будет смотреться лучше. Пусть будет вот так, чтобы вторая рамка окна не влезала. Потом формат квадрата является золотым, часто используем. Я про него отдельно пишу или я уже писал. Вот. И смотрим, что у нас получилось. Получилась более компактная как бы работа уже, да. Она смотрится с лучшими акцентами уже вот на этот взгляд. Нравится, что губа вот так вот сливается с фонарем, как будто зацепляет вот эти формы. И не знаю, это случайно так вышло или увидено так. Ну, в общем, тут больше-то и ничего не надо делать. Дальше смотрите. Мне бы хотелось, чтобы не вот эта геометрия кузова шла первой, а именно лицо. Для этого мы просто переотражаем кадр по горизонтали. Такой прием не надо забывать использовать, надо в голове такие вещи держать. И у нас совсем другая интерпретация получается. Потом вот просто беру и нажимаю автоконтраст. Смотрите, получилось намного выразительнее. Но нужен, конечно, тут не нужен цвет. По сути, цвет тут вообще в этой картине не нужен, потому что вот эта зелень отвлекает, вот это белое, и все как-то распадается. И поэтому я вот просто покажу, как смотрелось бы в монохроме, в разных интерпретациях. Давайте посмотрим. Вот плагин бесплатный Silver FX Pro, Google его бесплатно распространяет. Смотрите внимательно на стекло и на картину, да, то есть, ну, это как бы если просто перевести в черно-белое, можно просто разными способами переводить, типа каналом. Вот так больше недоэкспонирования, вот так переэкспонировано, но посмотрите, что было со стеклом сначала, вот оно такое серое, а здесь белое, да, и все превращается в четкий набор, такое белое, белое, черное, черное, да, вот еще более контрастно. И вот даже слева можно хорошо посмотреть. Опять темное стекло, опять темное. Тут совсем темное стекло получается. Просто по другим каналам переведено. Да? И вот можно выбрать какой-то вариант. Допустим, мне нравится вот такой вариант. И еще мне интересен был бы вариант. Вот тут есть такой антик. Вот смотрите. Вот такой вариант мне больше нравится в сепии с некоторым виньетированием или даже вот с такой виньеткой. Но тут края слишком сильно развиньетированы, скажем так. Можно виньетку ослабить. Вот так вот, допустим. По-моему, очень интересно смотрится. Ну, вообще вот можно и такой взять вариант и тоже ослабить виньетку не так сильно, то есть антик взять, вот он, и виньетку чуть-чуть вот ослабить еще, вот так вот, все как было и как стало. Смотрим внимательно. Мне кажется, это очень хорошая получается графичная работа. Вот, можно, конечно, попробовать перевести и другим способом, допустим. Вот у меня есть... А, нет, тут не работает мой плагин этот.
Можно Real Grain плагин взять. Ну вот, тут выбрать под конкретную пленку, допустим, черно-белую. Вот Fuji, Ilford. Он также добавляет шум, похожий на зерно. А это разные вещи, как бы. Ну вот, допустим, так. И тут тоже можно применить тонирование. Вот даже такое, допустим. Или вот такое. Да, как будто карандашом. Смотрите. Напоминает карандашный рисунок как раз вот под это все. Вот так смотрится просто классно. Вот это уже для меня законченный образ. Это пятая рецензия. Она есть, напишу. Вот так вот. My Correction. Очень хорошая, скажем так, стрит-фотография, мимо которой просто так не пройдешь. И вот опять же, я хотел бы уточнить, что если собирать серию, смотрите, какая хорошая идея. Вот с таким граффити разным собирать фрагменты и потом это организовать серию. Конечно, можно брать элементы всевозможные, людей на улицах, там животных, собак, кошек, да, где-то на каких-то планах. Но важно большое внимание придавать компоновке. Мне нравится этот образ, он понравился с первого взгляда, но он нуждается в доработке, если говорить о нем изначально. Вот какой он стал, а какой он был. По-моему, разница очевидна.